сказать, вот уже прошло полтора месяца моя работа в качестве руководителя администрации Ивангорода. Вот. И сегодня мне бы хотелось акцентировать приоритеты свои на ближайшее время, что нас ждет, какие задачи стоят. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, мы приступили к благоустройству нашего города силами службы заказчика муниципального нашего предприятия, также предприятия организации города. Сейчас ведется активная работа в этом направлении. Ну и задача поставлена, основную часть мы должны успеть выполнить к 9 мая, Дню Победы, чтобы город у нас полностью был готов к проведению всех праздничных мероприятий. В этой связи могу сказать, что после 9 мая мы не закончим данную работу, она будет продолжаться весь май. Так вот глобально, то есть сначала уборка города, потом мы планируем провести кронирование наших деревьев, снос аварийных деревьев. Мы запустили акцию, называется «Чистый двор». Мы приглашаем принять участие жителей многоквартирных домов к этим мероприятиям. У нас определены номинации: самый чистый двор, самый молодой участник, самый активный участник. Естественно, мы хотели бы, да, чтобы участники этого конкурса, ну, во-первых, собрали команду, потому что чем больше участников, тем больше можно сделать. И второе, тоже одно из условий, мы хотели бы видеть фотофиксацию до уборки, да, какой был двор, что там было, ну и, соответственно, после, чтобы мы могли уже компетентно оценить проделанную работу. Ну и, соответственно, есть призовой фонд, пока не могу сказать, да, пусть это будет таким небольшим сюрпризом. Те участники, которые у нас станут победителями, мы, в общем-то, я думаю, что проведем определенные работы по благоустройству в этом дворе. То есть это будут либо элементы детских городков, либо скамейки, либо, может быть, озеленение. Да. То есть мы посмотрим в зависимости от победителей, что там, какая есть острая необходимость. Поэтому мы готовы к полному сотрудничеству с нашими жителями по реализации этих проектов. У нас запланирован 4 мая велопробег по местам боевой славы. Это традиционное для Ивангорода мероприятие. Мы его проведем 5 мая, как и все поселения Кингисеппского района. У нас пройдет автопробег по местам боевой славы, где наша делегация тоже будет принимать активное участие. Мы и на нашей земле будем принимать участников, ну и нашу делегацию отправим уже по другим маршрутам. Ну и основные все мероприятия у нас пройдут 9 мая. Это будут традиционные мероприятия: парад, митинг, спуск венка на Рову, солдатский привал, большая спортивная программа на большом стадионе Куба города по футболу, и на улице Садовой, на нашей хоккейной коробке, пройдет турнир детских дворовых команд. Все это будет приурочено к празднику Великой Победы. Более подробную информацию мы опубликуем в средствах массовой информации. И, в общем-то, я думаю, что ивангородцы традиционно примут участие в этих мероприятиях. Ну и коль мы приграничный город, то я могу сказать, что и норветяне тоже присоединяются к бессмертному полку и тоже прибудут для участия в нашем мероприятии. Будем выстраивать наши возможности непосредственно под то, чтобы максимальное количество жителей могли пользоваться нашими услугами нашего муниципального предприятия автобусного парка. Из новшеств на сегодняшний день у нас принято решение, я согласовал,
Что касается транспортного сообщения, значит, это было пожелание жителей. Значит, мы пускаем наш маршрут городской, дополнительный рейс, который будет от фабрики Ленинджутовой с Парусинки идти до железнодорожного вокзала, до железнодорожной станции «Вангород». Значит, он будет 20:40 отправление от фабрики и 20:55 прибытие на вокзал. И затем в 21:35 уже обратно по обратному маршруту будет следовать на Парусинку. Было обращение у нас нашего предпринимателя Андрея Ивановича Тимофеева. Он обратился через газету «Восточный берег». У него есть ряд вопросов. Мы подготовили по пунктам ответы на его вопросы. Ну и зная Андрея Ивановича, я планирую в ближайшее время с ним отдельно встретиться. Это предприниматель, который долгое время живет и трудится в Вангороде, и сам был депутатом неоднократно, поэтому знает многие проблематики, поэтому я думаю, что мы найдем с ним общий язык, пообщаемся, и, возможно, какие-то его идеи, да, как он себе видит, мы можем взять в работу и какие-то вопросы уже, скажем так, сдвинуть с мертвой точки, запустить уже в новом формате. Я думаю, что не через газету, а в двух диалоге будем такие вопросы решать. Техносети, канализация, водоводы, что, какие акценты в этом году расставлены будут, что вы планируете? Ну, у нас в этом году Ивангород участвует в государственных программах ремонтировать теплосети. Их планируем провести до начала отопительного сезона в летний период. Также у нас запланирована реализация программы по строительству двух скважин в Ивангороде. Есть сейчас определенные технические нюансы, мы их будем уточнять с областным комитетом жилищно-коммунального хозяйства, но, тем не менее, это финансирование предусмотрено, и в ближайшее время мы запустим процедуру проектирования. Это что касается коммуникации. Что касается комфортной городской среды, я уже сказал, что у нас сейчас мы завершаем подготовки технической документации по подходу к пунктам пропуска «Парусинка». Рабочий проект и смета в ближайшее время уйдет у нас на проверку. И у нас есть переходящий контракт по центральному нашему подходу, по центральному, по МАПу «Ивангород», где у нас работы, я думаю, что в конце апреля уже перейдут в активную фазу. Подрядчик уже выходил, смотрели, сейчас как только погодные условия позволят, он начнет уже работы по реализации этой части проекта. В целом, что касается системы жилищно-коммунального хозяйства, все работают у нас в штатном режиме, каких-то аварийных ситуаций у нас за прошедший период не было. Вот, есть локальные моменты, которые у нас в нормативный период устранялись. Планируем сейчас усилить наше муниципальное предприятие. Мы планируем приобрести пару единиц новой техники для уборки города. Ну и в целом будем строить, скажем так, краткосрочные и долгосрочные планы по благоустройству, комплексному благоустройству нашего города. То есть пока мы рассчитываем свои силы, мы, естественно, ежегодно будем в рамках программы «Комфортная среда» выбирать такие самые сложные участки на сегодняшний день, да, где действительно необходимы серьезные вливания. Вот, будем их выбирать, будем их проектировать и включать, и заявляться уже в программу. А своими силами, конечно, безусловно, мы в ежедневном режиме
эти работы будем выполнять. Взаимодействие с советом депутатов, с Иваном Городским, для многих вы человек новый, ну, в кавычках будем говорить. Мы общаемся, мы в диалоге. Многие из депутатов приняли для себя решение и готовы идти участвовать в выборной кампании уже в сентябре месяце. Поэтому каких-то там недопониманий у нас нет. Мы и с главой муниципального образования, с Виктором Михайловичем Карпенко, ежедневно общаемся, потому что и к нему граждане приходят, и что-то ко мне, мы с ним обмениваемся. Что-то я еще не знаю, тоже обращаюсь к нему за советом каких-то вещей. Ну и есть определенные наработки в прошлом году, позапрошлом году, те проекты, которые в этом году мы уже приступим к реализации, поэтому мы с ним тоже сверяемся по этим вопросам. Ну и в целом могу сказать, конечно, по администрации я уже познакомился со всеми сотрудниками, пообщался практически, да, мы выстраиваем нормальные деловые взаимоотношения, и я вижу, что есть положительная динамика, да, есть взаимопонимание по многим вопросам. Ну, я уверен, что тот темп, который сейчас задается, мы его будем наращивать. Ну и жители в ближайшее время уже увидят результаты этой нашей совместной работы. Александр Владимирович, скажите, может быть, у вас есть такая информация, что входят слухи, что в Ивангороде нужны будут пропуска? То есть это говорят норвегичане и средства массовой информации Эстонии, что в Ивангороде нужны пропуска и где-то они получают, ну, где-то их получать. Подтверждается такая информация или нет? Эту информацию должны дать наши пограничная служба. Вот, мы у них официально эту информацию запросили, вот, они как только нам ее дадут, либо сами опубликуют, вот, ничего в законодательстве не поменялось. Ну, по, скажем так, информации от погранслужбы, вот, никто там специально по городу не ходит и не ловит норвегичан для того, чтобы их оштрафовать. То есть есть четкие условия пребывания в Ивангороде, да, по транзитному движению, поэтому здесь все нормативы соблюдаются. Какой-то запах вызвал у людей недовольство, у ивангородцев. А есть какая-то информация по этому вопросу? Ну да, это сейчас очень активно у нас обсуждается в социальных сетях. Я ежедневно читаю то, что люди пишут, но со своей стороны хочу сказать, что мы сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы эту ситуацию разъяснить именно в правовом поле. Вот. Мы взаимодействуем с Роспотребнадзором, они обратились уже в Ростехнадзор. То есть, как жители предполагают, что этот запах идет в результате пусконаладочных работ нашего нового завода протеинового, но данный факт на сегодняшний день не подтвердился. Вот, замеры, я думаю, что в ближайшее время будут сделаны воздуха, и мы получим уже результаты анализов. Но я со своей стороны могу сказать тот факт, что мы делали и запрос в приемный покой Ивангородской больницы, были ли случаи обращения, да, что действительно человеку стало плохо, либо кто-то был отравлен, да, чтобы мы могли все факты предъявить уже. Но на сегодняшний день таких обращений не было. Но мы в любом случае ситуацию мониторим. Я встречался с руководителем протеинового завода, компании «Протелюкс». Вот, мы подробно разобрали его. Тоже очень эта ситуация беспокоит. Он со своей стороны заявил, что в адрес руководства производства тоже не было никаких письменных обращений, только вот обсуждения в социальных сетях. Поэтому я и сам уже обратился к жителям, что если есть конкретные, да, случаи, факты, я готов с этими жителями конкретный случай отработать. Место, где, что, как и почему.
Значит, на территории завода построены локальные очистные сооружения, да, потому что ну, были такие версии, что там ничего нет, что все куда-то чего-то сливается. То есть это проектом предусмотрено, все проектные решения выполнены, весь проект прошел несколько экологических экспертиз, да, получены все заключения по системе производства. Поэтому будут заключения надзорных органов, безусловно, никто здесь ничего скрывать не будет, мы их опубликуем как есть, так есть. То есть если виноваты, ну значит виноваты, если нет, значит будем тогда разбираться в причинах. Но про себя могу сказать, я ежедневно нахожусь в Ивангороде, я очень много сейчас езжу, хожу по Ивангороду, ну вот, не знаю, я ни разу не чувствую, но специалистов у некоторых спрашиваю, да, говорят, что есть как запах. Есть такой запах. Поэтому будем разбираться. Пока ответим.